Доброе утро, меня зовут Алексей Коробков. Я отвечаю на ваши вопросы, связанные с коммунальной тематикой. Купила дочери квартиру, счетчики пока не установили. Почему воду начисляют по нормативу? Ведь сейчас там никто не живет. Если в вашей квартире не установлены счетчики, то расчет за воду, водоотведение и электрическую энергию осуществляется, исходя из утвержденного норматива потребления. В этом случае не платить совсем не получится. Такое правило установлено законом. Нередко, чтобы сэкономить, собственники хитрят и утверждают, что в квартире никто не живет. Но если представители ресурсоснабжающей компании установят, что в квартире временно или постоянно проживали люди, расчет платы будет производиться с учетом этого факта. В случае, когда квартиры действительно пустуют, норматив умножается на количество собственников. На самом деле вам выгодно как можно скорее установить счетчики. Ведь тогда вы сможете каждый месяц передавать ресурсникам одни и те же показания. А значит, оснований для начисления не будет. Это реальный и законный способ сэкономить. Хорошего вам дня. И помните, правильный ЖКХ существует.